Всем привет, дорогие друзья! Немножко портится план. На самом деле я хотел записать просто такой интересный ролик на аккаунте Путь Рангов. Но, блин, планы портятся тем, что вышел сегодня боец, которого я хотел реально там на последних рангах апать. Это Спраут. Он сейчас, ну, очень такой, знаете, сильный перс. Его несложно, проапать. Но, блин, у меня сейчас ровно 9 рангов персонажей открытых. И если я его сейчас получу, то его мне придется всего лишь на 10 ранг капать. Это очень мало, я не знаю. И акция будет длиться 2 дня. Поэтому, смотрите, за эти 2 дня мне надо сейчас выбить как можно больше персонажей, дабы в конце купить Спраута. В общем, следующий ролик на аккаунте Путь Рангов будет после того, когда этот видос соберет 100 тысяч лайков. Мы пойдем выбивать много персонажей, дабы подготовиться к этому, к Спрауту. Если хотите сегодня выпуск по проекту Путь Рангов, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а по поводу нового скина, да, дорогие друзья, да, Моргенштерн в игре. Ну я не знаю, серьезно, похож. Пальма на голове, такая рубаха яркая, светлая, я не знаю, очки. Не знаю, у меня одного ассоциация с Моргенштерном. Напишите в комментариях. Ну, короче, ладно. Я обязательно куплю этот скин. Спраут. Я считаю, этот скин из дешевых самый такой прикольненький, что ли. Не знаю, мне он нравится. Вот, мне он нравится. У меня есть... Ладно, все, покупаем. Я, кстати, не знаю, розыгрыш делать, не делать. Я, наверное, пропущу розыгрыш Спраута. Я без понятия. У меня просто еще с тех конкурсов долги висят. Не всем выдал призы, потому что у вас кошельки без паспортных данных. И сейчас Киви анонимных пользователей почему-то не воспринимает. Ну, точнее, ну, не знаю. Я теперь не могу скинуть деньги, если вы аноним. Поэтому еще много кому надо выдать призы. И запускать новый конкурс, я думаю, пока бессмысленно. Ну, напишите в комментариях, если бы хотели. Если хотели бы, то вторым видосом запущу. Ну что, иди сюда, Моргенштерн. Такс, ребята, я думал реально купить Спраута на твинке и купить сразу на него скин. Но так подумал, ну блин, ну на 10 ранг это очень мало, это очень легко будет. Поэтому я решил это сделать на основе. Кстати, у меня Мортис уже на 900, можете поздравить. Сегодня, кстати, карта вроде как, мне говорили, неплохая для Мортиса. Может, сегодня продолжим его опыт, не знаю. Но мы вчера сколько мучились с ним, это жесть. Я что хотел-то на основе записать? Ребзи, 825 на Спрауте. И я пойду сейчас играть с рандомами. На самом деле, я не знаю, в каких картах лучше, где он тащит больше. Я поиграю сейчас везде, наверное. Начнем с захвата кристаллов, а с рандомами попробуем затащить какие-то каточки. На самом деле, там тоже Спраут. На самом деле, жаловаться то, что я играю с рандомами, не стоит, потому что допустим, Dark Angel с рандомами апает 1250. Как вам такое? В мире еще никто не апал с рандомами таких кубков. Если он апнет, хотели бы вы, чтобы я записал про это видос? Так, я переиграю Спраута, как вы думаете? Напишите в комментариях. Я обыграю его? Я его обыграл. Да, я его обыграл! Подписчики. Оу. А что если закрыть карту? Я не так закрыл ее. Я хотел, чтобы Бонни вышел, а он вышел. Пока что плохо, все, мы проигрываем. Где мидер наш? Что происходит? Почему все так? Тут еще одна минка была. Блин. Ну, блин, давайте играть дружно. Ну, не попадайте на мины, прошу вас. Давайте закроем стенкой. Попробует пока собрать. Ну, блин, он сейчас вытянет его и все. Ну, нет, с рандомами, конечно, не варик. Бой со своими минами. О, жесть. Так, я не знаю, мне надо Спраута точно уничтожать. Так, с ним остался один кристалл. Так, ну пока мы более-менее. Ну, опять же, у Джина ульта, не забываем, они могут камбэкнуть в любой момент. Ну, блин, ну добейте кого-нибудь, а? Так это бесит. Так. Ну, посмотрите, мы немножко, да, закамбэчили, но я сомневаюсь, что это прокатит. К сожалению.
Я не знаю, вроде несложные соперники были. Я вообще на изях как-то свой фланг держал, но что-то не собрали мы. Бля, не могу добить. Не могу добить. Добил! Но они сейчас... Они все равно сейчас соберут. Не знаю, как играть с рандомами. Реально, как Dark Angel? Ну ладно, Dark Angel это... Немножко другой уровень игры. Там он играет один как за двоих. Вот. Но у меня не получилось с рандомами. Даже на 800 кубков затащить. Печаль, беда. Хотя у нас все было. И фланговик, и мидер. А что я играю на справите? Серьезно? Я играю на справите без скина? Секунду. А, все, я немножко свет настроил в комнате, а то слишком красный. Нормально, я пошел в бой, мы не затащили, потому что я был на старом скине. Окей, попытка номер два. Сейчас на Моргенштерне сыграем. Блин, на самом деле не знаю, я Спраута, ну он не какой-то сильный был Спраут предыдущий. Мне так кажется. Но что-то мы все равно мид не держали. О, у нас джи... О, у нас два мидера. Так. Так, а может нам поменяться? Он Спраута не обыграет. Такс. Я, если честно, не знаю. Когда мной не, ну, мной не командует, я не умею играть. Такс. Ну, у нас сейчас хотя бы мидер более-менее. Так, мы сейчас вот так сделаем. Подстрахуем своего кента. Такс. Так. Смотрите. Оп-оп-оп. Нифига мы их жмем. Блин, ну отвечаю, я хочу на твинке Спраута, не знаю, блин. Ну хотя бы там на 28-й, на 29-й ранг. Не, вот сейчас вообще изи разносим, вообще. Так, последний кристаллик, я сейчас попробую помочь тебе. Вот сейчас плохо, вот сейчас плохо. Ладно, все, забрали последний. Так, надо сейчас грамотно задефать все это дело. Так, минус спайк. Нет, 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 стопе, 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 подруги, друзья. Он умер, живи, Поко, Поко, живи. Сейчас я ресаюсь, и он ресается. Так. У меня нет гаджета. Блин, я не знаю. 5 секунд. 3, 2, 1. О, боже. Мы затащили с трудом. Не знаю, захотят ли они продолжать. Если не захотят продолжать, то я, наверное, в другой режим пойду. Они не захотели продолжать. Хорошо. В геймграбе затащили. Футбол. Попробую, не знаю. Справа-то вообще такой универсальчик перс. Он... и в, почти в любой в пик вписывается, и в каждый режим, не знаю. Ну реально, перс имбалансный такой. Ну, мне так кажется, он, когда он еще был с большим радиусом, то вообще дичь была. У него ульта такая крепкая. Блин, кстати, карта реально прикольная для Спраута предыдущая. Я помню, как мы начинали пушить 30 тысяч именно с этой карты. Ну, когда с Светлшарком играли. Так. А в футболе мы затащим. Что у нас? Мортис, ну держи. Так. Блин, ну... Ха, я не знаю, как мы примата будем убивать. Нам надо его как-то... На. Весело. Так, хорошо, неплохо. Есть. Наверное, так сделаем. Так. Ладно, оп-оп, накидали. Давай-давай, помогу. Помогу Брока добить. Чтоб не мешал. Походу, там помощь нужна, а меня нету. О, нормально, нормально. Вау, четко, вау. Нифига себе, нифига себе они сыграли. Молодцы. Не, мне нормальные попались мне рандомы. Сейчас затащим. Примус ультой, конечно, не очень. Если что, закрою ворота. Такс. Ай! Похилиться бы. Так, отхилился, найс.
Нет, да ну, я не закрыл все ворота. Блин, хотелось бы затащить эту катку. Не знаю. Не получится сейчас нифига. Блин, если бы я закрыл правильно ворота в прошлой катке, мы бы затащили. Эх, поражение. Я буду играть, пока не выиграем. Вообще, на самом деле, хочется в плюс уйти, а не остаться на том же самом месте, что и остался. Ну да ладно. Так. О, у нас есть танк, найс. Все, вам кобздец. Так. Так, вообще на изи. Найс. Ну вот, другой разговор. Оп. Да я на самом деле в прошлой катке тоже тупанул жестко. Ворота, если бы закрыл нормально. О, вообще. Мне нравится. Короче, не, на самом деле скин классненький. Слушайте, за 30 гемов? Вы посмотрите скины за 30 гемов. Ну вот на бита, допустим, да? Вот посмотрите скин на бита за 30 гемов. Вот, посмотрите. Вот обычный бит, а вот за 30 гемов. Вау, сколько разницы, аж ничего вообще. Ну, разница в цвете, и то, фу, это даже хуже, мне кажется, цвет. Ну, как бы спорить, какой цвет лучше, это очень странно. У каждого свое мнение, да? И вкусы. Но на спраута реально скин за 30 гемов, так, смотрите, разница есть. И приодели его, и очки напялили, и какую-то пальму нарисовали. Ну, короче, ну разница есть. За 30 гемов это годный скин. Да даже если бы он стоил 150 гемов, я извиняюсь. Оу, щет. Даже если бы он стоил 150 гемов, я бы его тоже купил. Мне он нравится. И персонаж, и скин. Пишите об этом в комментариях. Ставим 100 тысяч лайков, и я выпускаю серию «Путь рангов». Нам надо выбить как можно больше персов, дабы я успел купить спраута. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.